Пересекать границу России и Беларуси только на самолетах настойчиво рекомендуют в украинском посольстве в Беларуси. Там предупреждают, что ехать на машине или идти пешком через границу крайне опасно, поскольку там нет КПП. Именно из-за отсутствия пограничного контроля Москва и Минск запретили проезд на территорию союзного государства гражданам других стран, включая Украину. Уже известны случаи, когда людей разворачивали на границе, ссылаясь на новые законы. Поэтому наши дипломаты призывают не рисковать.